Окей, друзья, приветствую вас на своем скромненьком стриме. С вами я, Павел Первый, и мы будем играть в Хардстоун, и если успеем, даже поиграем, наверное, в Warcraft 3. Вот. Итак, давайте, раз уж мы начали стримить, то не будем особо медлить и, наверное, начнем наш стрим потихоньку. 37, да, что-то действительно мало. Вы опять расстраиваете дедушку Пашу. Окей. Народ, новоприбывшим хочу сказать, что работает система донатов. По ссылке под стримом вы можете найти ее. Сдонать, если что, протестировать. В принципе, протестировать надо бы. Так, кажется, я что-то забыл. Да, вот теперь все нормально. Привет, Сейк. Так, Горенку надо отрубить. То что-то случайно врубил. Ну все. Ну почему Андрей меньше? Вчера было много-много. Блин, вчера было меньше людей. Чего я несу? Итак, битва предпочтений. Что же лучше, боевой клич, предсмертных реп, заклинания или муроки? Соберите колоду, выберите один, выберите одну из сторон и проверьте сами. Так, я еще не играл в потасовку, поэтому это типа мой первый запуск. Вот. Ну давайте соберем какую-нибудь колоду. Можете предложить свой вариант, за кого играть, за какую колоду собрать, тогда это тому подобное. Что тут есть? Я помню три варианта, еще один я забыл. Это баф к боевому ключу, баф к приспертому хрипу, бурок каждый ход и еще что-то. Мурлок пал, серьезно, блин, у меня из мурлоков только мурлок рыцарь, блин. А, все хотят мурлоков, ладно. Паладин вперед. Так, потом. Пригодится. Обязательная составляющая этой колоды. А, да, плюс 3 брони, по-моему, за заклинание было. А, так, что еще взять? Так, из муроков вообще кто у меня есть? У меня никого нет из муроков. У меня есть вот это. Я одну возьму для фана. Блин, я говорю, никого нет, у меня их куча тут. Так. Ну ладно, вот это имба, очень даже. А, крабик на случай, на все случаи жизни. Потом чё? Что вообще из мороков создать я могу? Вот это, вот этих нет. Стоит ли тратить пыль на них? Вопрос. Так, ну ладно, пусть. Для фана. Бургу-бургу! То, что надо. Ну тогда берем, чё тут уж. А, так. Ну, сэра взял. А кто еще тут зайдет? Рывок зайдет. В принципе, нам надо постоянно добирать, это зайдет. У Пауча тоже есть карта, которая добирает, пригодится. Да, давайте даже две копии возьмем. Ай, блин, фристайл. Мне так много пишут людей в последнее время. А, я даже не помню. Какой стишок. Волномут есть у нас. Темная чешуя пригодится. Баф, это обязательно.
Даже два возьмем. Ну и вот так. Ну, попробуем. Так, сколько нас пока тем временем? Нас 35, если меня не обманывает эксплит. Так, уже кого-то нашло. Да, народ, скажите, как звук вообще? Потому что вчера были проблемы. Донатер спалился! Ута! И... Ута! Похоже, все муроками тут играют. Я буду сражаться с честью. Да поможет мне свет. Так. Ну, нормально. Говнюка. Окей, мне тоже предстоит выбрать. Блин, ставить ли Оракула? Или не ставить? Пока не буду. Я не знаю, я сыграю пару каток, потасовку, потом мы пойдем в Warcraft, надеюсь, успеем. И еще надо определиться... Справедливо, что могу сказать. Так, наверное. Заставим его разменяться. А, черт, не очень хорошо вышло. Я забыл про этого мурока. Ой. Что приказать? Ну, конечно же, два ножа в него. Почему мне? Ты в него. В него. Нет, в него. Можно, в принципе, попробовать потасовку с подписчиками. Так, а консекрейшн я брал вообще? По-моему, брал. Я уже, правда, не вспомню. Следуй правилам. Что это? Чат чемпионов. Окей. Хорошо. Теперь я его фигу не уничтожу. По-моему, плохой заход. Победа за... Неплохо себе. Так, а я мра... А, да, взял мрачные глаза. Боевой настрой нафиг. Так, подождите, нам нужен этот... Как его там звали? Жонглёр кинжалами, вот. Стрим, наверное, часа... час-два. В смысле, у меня второй мрачный глаз? Стоп. Старый мрачный глаз. Вау, ну ок. Чё за война голубей? Почему её так яростно пиарит Таламет и теперь еще ты? Крайвик нужен ли? Нужен. Так, вот... Вместо клинка надо взять, наверное, освещение. Нафиг я этот клинок взял. Да, вот это. Вот так отлично. Сражаться с честью.
Можно так, в принципе. Танки Страка, я пока не собираюсь ни с кем из них что-то снимать. Окей, шаман на предсмертных хрипах. Да, я видел фристайла. Сама ирония в том, что 2К Хаус ему сказал на 2 прирол, он только один раз ему прирол запилит. Вот что смешного. Так, ну здесь что? Вот так, наверное, да? Вот так, вот так. И клац, клац, клац. Ну, я не знаю, что будет в будущем, Андрей. Ой, Хердстоун, иди-ка ты отсюда. Ну, сорян за плавничка. Хердстоун, заебно, иди уроки делай. Если на то пошло. Окей, вурдалак. Что я могу тут сделать? Будет 4-4, тут умрет. Жалко, конечно. Ну, пожалуйста, я тебя вообще Хердстоун первый раз вижу. Так. Давайте-ка подумаем. Умрет он, умрет он. Это два существа, три маны будет стоить. Нет, наверное. Он вроде неплохо идет. Он, очевидно, мрачноглазый. Так, сейчас, секундочку. Фристайл, я кидаю ссылку в... Блин, что за херня? А, вот. Я кидаю ссылку в чат. Кто хочет донатить, донатьте по этой ссылке. Ваш донат будет отображен на стриме. Попадете в телевизор, так сказать. Окей, сколько у нас дэмэджа? 8-9. Не хватает 4 единиц. Откуда нам 4 единицы взять? Плюс 2, 11. Вот консекрейшн. А, все, все, это летал, ребят. Хорошо. Ну а как же продонатиться-то? Я лично не против. О, опять 40 пыли. Ура! 40 пыли! Окей, друзья, я сыграю еще одну катку. Если кто-то хочет со мной потасовку, пишите. Поиграем. После этой катки. А потом пойдем, наверное, в Warcraft. Тут, конечно, можно собрать много чего на предсмертных хрипах. По-моему, тут все будет кишить этими паладинами. Утер и трав. Нет, трав еще один. За молот рока. Я буду сражаться. Ну, крабик. О, консекрейшн. Блин, оставить консекрейшн? Нет, это же не будет, наверное, мурок-шаман. Или будет мурок-шаман? Блин, с его имбовым бафом. Да, Warcraft в горе не будет. Вы можете пока
на это, решить, какую карту мы будем играть. Да, это Мурок. Мурок Шаман. Черт, дерьмо. Приветствую тебя. Какая встреча. Га. Затралено. Не-не, жизнь на арене вряд ли будем. Я готов. Абракадабра, Сус, спасибо тебе большое за 10 рублей донат. Я готов. Положи это яблоко себе на голову. Фристайл, спасибо большое за 30 рублей донат. Блин. Так, что он хочет разменяться? В кого попадет? Конечно ж в него! Кого же еще? Кого еще может попасть? Так, ну чё? Ну, слабое звено мы, конечно, много раз уже играли. Что еще есть интересного, ребят? Да, ребят, видно ли было донат на стриме, а то было, может быть, было такое возможно. Что-то донейшн алерт сглючит слегка. Так, конец краха. Блин, давайте ему карту, у него ведь карт нет. Следуй правилам. Играть мы будем, скорее всего, в 15 РПГ, как всегда. Ну, конечно, по нему попал. Куда же еще кинжальчик попадет? В смысле картинку? Там же анимация есть на картинке. Вроде. Ну, это очевидный консекрейшн. Ну все, он без карт. Только тотемчик. Жалко. Ну там был этот ходячий рабочий. Блин. Наспамил. Так, давайте думать, как выкручиваться. Блин, мрачноглазый жалко, конечно. Ну как бы он стоит, но за 100 рублей минимум. Интересно. Так, давайте-ка подумаю. Карту взять, не взять или рискнуть. Положи это яблоко себе на... По-любому в лицо попадет. Я ж сказал, в лицо попадет. Куда же еще? Куда еще, да? Везунчик я. Вот. Я так и знал, что будет в конце хода. Да, да, я видел фристайл. Если я не забуду, почитаю. Ну, матч будет долгим, наверное. Окей, сглаз. Блин, вот это хреново, что все прочие. Но ничего, смотрите, как сейчас король Пашка затащит. О, хорош, мрачноглаз. Идеально.
Чё, Гарена не работает опять, что ли? Чё-то она в последнее время часто тупит. Плохо сыграно. Ну, похоже, он сдается. Нет? Так, что имеем? 4, 9, это даже 10. Нет, 10 не получится. 4, 9, 10, 11. Жалко. Бою! Жду приказаний. Фидли. Все готовы? Давай, фейсханта билку, фейсханта мне. Ну, блин, ладно. Карты добирать буду хоть. Нет, чувак, это потасовка. Ребят, если кто-то хочет играть, пишите. Блин, батлтаг, точняк. Так, батлтаг. Мой батлтаг. Сейчас напишу. С. В чате отправил свой батлтаг. Если кто-то хочет сейчас поиграть до конца этой битвы, пишите. Я подожду пока. Так, 4, 6... Я готов. О, 30... Да, спасибо, фристайл, тебе за донат большое. 4, 6, 13, 14, 15. Так. Не хватает единицы урона. Я могу его так разменять и пойти рывком. А, все, понял я. Это летал. Что-то я немного просчитал, это не летал. Окей, что у нас? О, консекрейшн! Отлично, я пока не смотрел Гаренку, ребят. Окей, кто-нибудь будет играть со мной? В принципе, неплохая такая потасовка, особенно когда ты выигрываешь. Тоже неплохо. Так. Давай я прям сейчас прочитаю твой стишок, чувак, чтобы не, наверняка уж не забыть. Пока. Пока кто-то думает. Точнее, пока вы думаете. Так, сейчас. Удар и рал. За молот рока. А, чувак, вспомнил я. Я готов. Так, абракадабра, русс, как-то так. Спасибо тебе большое за пиар. Блин, за пиар говорю, за донат. Так, Ярослав Рисков, пока я почитаю твой стишок. Так, друзья, сейчас, ребят, приму. Ни хрена себе заявочек, окей. Ой, сколько желающих, блин, народ, с вами что сегодня? Вы все проснулись? Так. Ну, прикольный стишок Рисков. Я читал его, ответить забыл. Спасибо тебе за стих тоже. Так. Блин, пиарь. Сорян, такое часто бывает, что вы обсираетесь, так что будьте готовы немножко. Так, окей. Кого ж ты поставишь на... Блин, он поставил кого-то на первый ход. А я думал сам поставить кого-то на первый ход. О, лицо будешь бить?
ладно. Давай, в него. В него, не в лицо. Ну, в лицо, конечно, куда еще? И сейчас выходит воин в синежабрах и просто убивает этого бесполезного жонглера. Конечно. Тотемный голем, еще круче. Блин. 6-4 неплохо смотрится. Так, надо... Давай, в него, в него! Ой, дурак я какой, блин, чисто! Блин, не забывай, что нам всех вороков действует. О, черт, это однозначно вот так или вот так размен. Ну, даже так выгони, блин. Я благодарю тебя. Ах. Извини. Черт. А, так. Так, он будет 4-2, так? Ну, фигово. Так, Варик будет, как только мне задонатят, шучу. Варик будет вот примерно после 1-2 каток здесь. Так, так, ребят, ребят. Хочу глянуть. Так, что тут у нас? Так. Я надеюсь, что ко мне в 2 часа домой не припрутся, скажут, мы уже все. Неплохо сыграно. Ребят, если вы хотите сейчас, Варик, то пишите, спамьте плюсиками в чат. Ну ладно, спасибо. Так. Я благодарю тебя. Надо побэмить немножко. Приказать. И Маутла в них побеждает. Так, 2 плюса в чате есть уже. Так, спасибо, чувак, за партию. С тобой поиграли.